вас. Сегодня я познакомлю вас с таким упражнением, как оборотное колено вперед. Этот элемент встречается в спортивной гимнастике даже. И единственное, что в женской. Этот элемент не поможет вам понять женщин, изучить женщин, но он поможет вам их как минимум впечатлить. Выполняем следующий вопрос. Для изучения этого элемента не нужно никаких особых физических сил, физических возможностей. Единственное, что он достаточно технический. Для того, чтобы начать изучать элемент, вам как минимум понадобится раскоп света, так называемый гробик. Как вы будете изучать гробик, честно говоря, не знаю. Лично я изучал, начиная с топорика, то есть с полного виса на подколениях, не качаясь. И потом просто увеличивал раскачку до того, до сета. Еще можно просто осмелиться и попробовать. Ну, то есть, следующим образом. Если вы уже изучили этот элемент, то можно приступать к изучению оборотов тренинга. Они не настолько сложнее, только импульс на них нужен значительно больше. Можете плавно начинать откидываться как можно сильнее на так называемые гробики. И будет откидываться все сильнее, вылетать все выше. Это придаст вам определенной смелости. Опять же, если элемент не удастся, вы в любой момент сможете соскочить. Без этого соскока элемент выполнять и даже пробовать не рекомендуется. Изучить можно очень простым способом. Плавно откидывайтесь дальше и дальше. Попробуйте взяться руками в какой-то момент. То есть вы откидываетесь, беретесь руками. Когда вы почувствуете, что вы можете взяться руками за турник во время изучения элемента, вы можете делать так несколько раз, увеличивать свою смелость, откидываться как можно сильнее. Прошу учитывать, что не надо откидываться, сложив руки между ног, скрестив их на поясе или выполняя неизвестно что ими. Вы должны сидеть на турнике, сделать хлесткий мах руками. Если вам страшно делать хлесткий мах руками, еще раз отработайте. Основные ошибки и проблемы при этом элементе сигнала получаются такие. Либо человек слабо отмахивает руками, или это делает не в подходящий момент. Потому что сначала руками нужно отмахнуть, а в какой-то момент сгруппироваться. Группироваться приходится в момент, действительно, вот здесь. Если вы группируетесь, то площадь тела уменьшается, потепление воздуха уменьшается, у вас по инерции легче снести на гриф. Потому что, не отпуская руки никогда, довольно сложно прокрутиться. Также довольно сложно прокрутиться, не делая маху руками. Существует такая ошибка при выполнении этого элемента, то есть человека скидывает по самую задницу. При выполнении подколения срываются, человека скидывает назад. Если вас скидывает назад, не стоит пробовать продолжить упражнение, потому что вы будете слишком резко входить на гриф, и ноги может разжать. У людей часто появляется страх при выполнении элемента, что у них не выдержат подколения и ноги. На самом деле, если вы можете на них висеть, то никаких проблем не будет. Стробежной силы не намного сильнее увеличивается давление на ваши ноги. В общем-то, все, удачного изучения.